искушение. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое искушение? Искушение с церковнославянского языка переводится как «испытание» и означает «соблазн». Это может быть действие Божие, направленное на испытание человеческого произволения, духовно-нравственного расположения, и также внешний повод – провокация падших духов или людей, имеющая целью расположить человека ко греху, или действие человека, направленное против другого человека с целью выказать его в невыгодном свете. Действует искушение и как внутренний помысл, мысль или желание, подталкивающее человека ко греху. И, наконец, это испытание долготерпения Божия со стороны человека. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!